Спасибо. Следующая группа выходит у нас на сцену, готовится. У нас просто все расписано до минуты. Валик. Вот каждая минута на счету, поэтому очень-очень быстро мы будем выходить, объявлять, что-то говорить. Потому да? что все хотят петь. Потому что все хотят. И не только хотят, хотят еще и играть. Валик, и, да, скажи мне, какого числа ты родился? Дай бог памяти. Помню точно, что 11-го. Ты знаешь, я тоже родилась 11-го. И Алиса Нечепуренко тоже родилась 11-го. А кто-нибудь еще из вас родился какого-нибудь 11-го? А ну-ка, поднимите руки. Есть еще такие люди. Если мы все, люди 11-ти, сейчас объединим усилия, Алисе будет легче. Это точно. Поэтому это... я предлагаю всем 11-м вот сейчас вот поддержать меня, так сказать. Эй! Но у меня лучше получилось, но это понятно, ну, почему, но ничего. Если присоединятся 22-е, то тоже будет хорошо. Жалко, что в месяце нет 33-го дня, правда? Это я к вопросу о совпадениях. Знаете, все же ведь не просто так в этой жизни, да? Вот девочку зовут Алиса, в православии она крещена как Алла, поэтому если кто умеет молиться, то молитесь за рабу Божию Аллу. Но Алиса тоже прекрасное имя, правда же? И еще одно совпадение. Группа, которая сейчас выйдет на эту сцену, тоже имеет к имени Алиса самое непосредственное отношение. Потому что вон там такая рыженькая в полосочку. Ее тоже зовут Алиса. И я знаю, что она особенным образом готовилась к сегодняшнему дню. Она еще не просто готовилась, она лично знакома с Алисой, с Алисой Нечепуренко. То есть они уже друг друга знают. А это немаловажно, потому что вот сейчас энергетика вот этой Алисы передастся вот нашей другой Алисе, Алисе Нечепуренко. Вот, и я думаю, что мы все это почувствуем, мы это поддержим, правильно? Правильно, правильно. А еще в названии этой группы есть очень важное слово. Самое важное слово на земле. Первое слово обычно говорят, да? Мама. Маму Алисы Нечепуренко зовут Аня. И я видела ее сегодня в зале. Папа Сергей с Алисой в больнице. Они смотрят трансляцию онлайн по адресу 9-channel.com. Если у вас есть друзья, которые не смогли сегодня сюда прийти, быстренько им позвоните, киньте ссылку, и пусть они тоже смотрят и вас поддерживают. Нам важно сейчас объединиться. Так вот, да, я хочу сказать спасибо маме Ане за то, что она такая молодец, за то, что она не раскисает, за то, что она держится, и за то, что она Алису настраивает в таком же вот, духе, в таком же ключе, потому что... Очень ответственная же задача у Алисы. Мы же не зря все сюда пришли. Не зря мы родились с Валиком 11 числа. И вот Алису назвали Алисой. Алиса Нечепуренко просто обязана теперь выздороветь и прийти отчитаться, как у нее дела. Правда? Это 100% обязана. И, собственно, мы ей сейчас в этом помогаем и будем дальше помогать. Так, я вижу, что у нас группа, которая... Вот ты сказала, как группа называется? Ты сказала просто «Мама». «Мама», «Мама», да. Она эта группа не просто «Мама» и называется. Подожди. Тоже еще есть связь. Нас же поддерживает Горик, да? Горисполком. Мы сказали «Горячий исполком», да? «Горячий исполком». Это не просто так, потому что группа называется... «Горячая мама» или «Хот мама». Добрый вечер! Солнце светит в глаза, может, не солнце, как-то вас плохо видно. Давайте хоть... Слышно, не? Алиса, народ... Человек 5 насчитала, наверное, сейчас. Давайте, сколько вас в зале, а? Нормально, 10 уже, отлично. Горим. Thank you.
on this dance. Little baby, hold me tight. I want you to make a move. I don't wanna have a fight in the soul of this groove. Baby, give my love a chance. We were born to lose our wind. Baby, baby, I'm a trance. I'm a trance, I'm a wind. Baby, give my love a chance. We were born to lose our wind. Baby, baby, I'm a trance. I'm a trance, I'm a wind. Don't pretend like the heaven all the time. I don't want you to see the hell. At least don't show me your pride. I know you better than myself. Baby, give my love a chance. We were born to lose our will. Baby, baby, I'm in trouble. I'm in trouble. I'm in trouble, I'm in trouble. Выздоровление! Поддержите! Алиса, если ты нас видишь, все для тебя! Следующая песенка называется «Расскажи». Покажи мне сон,
покажи все страхи, потеря нам в сне. Покажи колокола, которые звоню. Покажи мне утром забытую зарю. Расскажи мне о том, почему под льдом гитары голос и не спорят в темноте под луной. В небе все стоит, где витают с тобой. Дома в тебе, расскажи о себе. Все? Нет, не все. Под следующую песню можно танцевать. А я должна была раньше сказать, что кто не танцует, то и Киркоров, но я постеснялась. Не, давайте мы не будем обижать Киркорова, не будем обижать тех, кто не танцует, но потанцевать, если есть желание, можно. Следующая песня называется «Неразбиваемое сердце». Don't break my heart. I'm still sitting, waiting for the call, feeling in a pit, thinking I waste my time, trying to forget, changing again my mind. I don't want to regret. Don't I wanna fall asleep.
takes in a mirror, the face behind the mask. Come on and set me free, release me from the chains. I won't break the rules. So what I start again? What's cloudy by the fools? Don't break my heart. Don't, please don't break my heart. Don't wanna be apart. So you, don't break my heart. Большое спасибо! Следующая песня напрямую посвящается Алисе, и этой же песни хотела бы, я не знаю, может быть, какую-то даже мотивацию высказать. Песня называется «Никто не сдается». Секунду, Алиса. А то мы поется. Секунду, да. Я хочу спросить у мамы. Аня, вы меня видите, Аня? Алиса нас видит сейчас? Неизвестно, да? Но мы верим, что видит. И вот все, что Алиса сейчас, вот импульсы эти посылает, такие мощные, даже если девочка нас не видит, они все равно достигнут своей цели. Даже если не видит, вылечится и в записи посмотрит. Алис, тебя не услышать, по-моему, невозможно. На космической, мне кажется, слышно. Так никто не сдается, и я думаю, ну ни в коем случае, сдаваться ни в коем случае нельзя. No one gives up! We'll be right back.
Я вот не знаю, зачем тебе микрофон вообще? Это же ураган какой-то. Для мебели. Большое спасибо! С вами была группа Hot Mama! Просят вас, Алиса, присоединиться к ней. И группе Hot Mama тоже заодно. Вот я понял, почему мне нравится. Потому что я люблю всех Алис. А вы любите Алис? Тогда покажите, как вы их любите! Вот, Алиса, смотри, вот он хочет обратить на себя внимание. Ты просто потом что-нибудь как-то так. Дай ему интервью, например. Да, дай интервью ему. И автограф ему. Еще да, можно, автограф. Вот ты сказала, что не видит Алиса Нечепуренко, вот другая Алиса. Ну вот, автограф... вот Оля сказала, слышит. Слышит космическое, я уверен, что слышала не только, ну, космическое. Такой космический голос. Космический голос, космический. Ну если вот. Я... Если я...